Хей, бой, не хочешь порезвиться? Да я уже со всей силы презрюсь, ты чего? Ну это самое ли покувыркаться, ты понимаешь, о чем я? Да, но это опасно на самом деле, нужны маты. А господи, вставь свою палку мне в дыр. Что? Вот эту? Не хочу. Она мне нравится. Он изнасиловал меня. Что? Ты просто коснулась меня за... Ты трахнул меня. Так вот что такое секс, Вью-Вью. Где-то было изнасилование. Ах ты мерзавец, что на молоденьких потянуло. Да ей на вид лет 40. 16. Уши! Пошли, подонок. 8 лет строгачи сами себя не отсидят. Подождите. Я только исполню танец мерзотной шлюхи. Мне 16. Жизнь прекрасна. Лично мне это точно ясно. Отлично, вы шлюха. Совсем не гей, капитан. У нас новенький, но камера опять переполнена. Что он сделал? Трахнул шлюху на вписке. Эй, Джонни, головорез 100 убийств и один кровавый замес. На выход. Тут поопасней. Тебя мудак будет. Надеюсь, он сгорит в аду и сгниет к хуям в этой камере, сэр. Ой, перегнул. Ну ладно, он это заслужил. Если честно, я бы ей тоже вдул. Сладкий, что ты ищешь? Милую картину с котиками. Да котики клёвые, но знаешь, что ещё клёво? Ну вы поняли, да? Это реклама. Что? Канал кота. Там можно найти забавные анимационные ролики в Гаррис моде. А котики там есть? Там и без них весело. Беги подписываться. И вы это тоже. Я за вами слежу. О, чё это? По телику показывают такое. Вам надоело стирать самостоятельно эти ёбаные тряпки? Ага. Сраная стиралка выебуется на налет от дерьмового порошка. Да-да, именно так. Тогда вам нужен гейт для стирки. Этот латентный парень устирает ваши, я в шоке, какие грязные вещи. Вы сколько их не стирали вообще? Ой, да срать. Гейт для стирки отдирает их за считанные секунды. Только сегодня закажите одного и получите двух, и ваше шматье будет чище, чем невинность девственницы. Я беру. Ахуйно. Теперь вы счастливый обладатель гейт для стирки. Эй, голубые, время стирки. Эй, пивер, время завалить хлебалушку и смотреть элик. И пиццу закажи. Кофейня Клоуда. Один кофе. Ты что сделал мне, какао? Позовите управляющего. Что в моей чашке делает блядский кака? Он чё, так и будет стоять? Ёб твою мать, теперь он насыпал мне шариков. Менеджер. Блять, опять ты? Он сделал мне молочный завтрак вместо кофе. Что здесь вообще происходит? Щелкает пальцами продавцу и уходит. Хватит сыпать мне Несквик. Твой лайк, как всегда, дает большие надежды. Спасибо, зай. А еще можешь вступить к нашим братюням в группу Rockstar Games. Все самые интересные новости ждут тебя там. Спасибо, зай.